Друзья, гости, подписчики моего канала. Сегодня видео пойдет про планшет в автомобиле. Значит, имеем вот такой вот мы автомобиль. Реношечка у нас такая вот. И вот такая вот у него центральная консоль. Стоит тут у меня магнитофончик Pioneer, есть в нем... как он называется, экранчик, но все там показывает, все классно. Очень долго я там пытался найти формат видео, но все-таки я его нашел. Если хотите, пишите в комментариях, поделюсь. Значит, все там классно, клипики там туда-сюда, все красивенько, все классно. Но мне захотелось, ну как обычно, знаете, хочется чего-то большего. Думаю, как же сюда приколбасить двухдиновую магнитолу? Ну, нету места, вот нету, не подходит. Обычно тут где-то какая-то там полочка идет снизу, что можно это все вытащить, вставить двухдиновую, и все нормально. Думал, но пока не придумал. Думал, может вот эту вот фигню как-то вот обойти. Снять ее. Она, в принципе, тут никакой роли не играет, только часы показывает. Ну, короче, пока я не придумал. И тут мне попадается в руки такой вот планшетик. Немножечко он там коцнутый. Samsung Диагональ 10 в таком вот чехле. Недолго думая, через пару минут на нем я уже закрепил с помощью суперклея косо срезанные вот так вот присиски. И что с этого получается? Сейчас я положу телефончик, закреплю и вам покажу. Вот, друзья, получается вот такая вот картиночка. Значит, стоит у нас на присосочках пристегнутый чехол. Вот так вот будет издалека. Вот так вот он будет смотреться. С улицы. Вот. Берем мы наш планшет и аккуратненько его ставим на штатное местечко. Все, он на месте. Дальше пошел я, значит, в электрический магазин, купил вот такой вот кабель. Не знаю, как он правильно называется, но, короче, он работает в режиме AUX. Переходник, кабель, какая там разница, не знаю. Значит, вставляем мы его сюда, наш этот разъемчик есть, готово. Сразу вот он его прочитал. Переводим мы патефончик в режим AUX. Окей. И теперь используем наш гаджет встроенный так, как нам очень хочется или очень не хочется. Что мы имеем? Мы имеем все, что может планшет. Ну, например, мы можем включить какой-нибудь YouTube ролик. Ну, вот первое. Дизель шоу первое, там вот бабах. Самое, что попадается первое. Звук у нас убавлен. Сейчас мы прибавим на... Здесь вот нам надо прибавить звучку. Окей. Все, сейчас мы его поставим. Неудобно одной рукой, поэтому извиняйте. Все. Имеем мы... Она означает строительно-будивельно Украина. А я не испугался, знаете. Можем YouTube посмотреть. Можем, значит, выключить, включить какой-нибудь...
Ну и, короче, все системы, которые у вас есть, вот, например, навигатор. Я включаю, пользуюсь Waze. Очень всем рекомендую. Классная, офигенная социальная программка для водителей. Что-то долго думает. Замерз, наверное. Прогреваю машину перед выездом. Все работает. Нажимаем поисковичок. Вбиваем, ну, что угодно. Дом, заранее подготовленная позиция. Идет. Все готово, рушаємо. Все готово, рушаємо. Пожалуйста. Все работает, используйте. Поверните леворуч. Сейчас повернем, подожди, мы еще никуда не едем. Если нету сигнала интернета, значит, у меня здесь уже скачанный проигрыватель, заранее подготовленный. Да что ж ты не хочешь? Там, где покрытие слабенькое, сигнал отсутствует, ехать надо, что-нибудь там можно включить. Да что ты меня загоняешь? Включаем музычку себе. Мультики, кино, всякие разные программы познавательные, смешные, все, что хочешь, все, что вы хотите себе в дорогу. Пожалуйста, все отлично получается. Поэтому вот как-то вот так вот. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, как-то вот так вот получилось. Провод, да хрен с ним, с этим проводом. Болтается себе, да и болтается. Все удобно. Все работает. Всем ни гвоздя, ни жезла. Пока-пока.